Стоять! Ноги у меня, ноги опускаются. Руки, руки вроде бы помнят еще. Как. Давай так, ноги мои, а руки твои. Да, ноги Ритины, мои руки, поэтому мы выживаем. Да. Идея хорошая. Идея отличная. Идея отличная. Костюмы обалденные. Рита, с детства мечтала об этом, я это тоже понял. Я хотела, вот как бы мы уходили от этой темы, да, и возвратились к ней вновь. Да, да. Потому что я вижу его в этой теме, даже не столько себя, насколько его. И я думаю, что вот все, когда увидят, вот поймут, что это его образ. Найду Маргарита Дробязко и Маргариту и Дмитрия к сегодняшнему дню готовил Илья Авербух. Музыка у них из кинофильма «Буратино». Это, по-моему, серенада Пьеро. Ну и сам Пьеро тоже на льду. Я бы хотел для вас небес ее достать. Но как мне быть? Весь ночь надо спать. Ребята откатали очень хорошо. Мне лично не хватило в этом выступлении только скорости, динамики. А все остальное, выполнение технических элементов, артистизм, все это присутствовало. Я думаю, что судьи... Наша музыка из чудесного мультфильма «Голубой щенок». Для меня было откровением, что в нем огромное количество просто чудесной музыки. И вот так вышло, что мы оттуда. Нормально, да, колено, пистолет плохой. Что случилось? Я виноват? Нет, нет, ты не виноват. Я сама себя подбила. Я подбил тебе ногу? Нет, нет. Просто ты меня, когда поднимаешь с поддержки, сейчас поднял, но низко. И я пришла сразу так вот в этот, в лед. Я в Ирине открываю все больше и больше хороших, положительных, приятных для себя качеств. И она мне все больше и больше нравится. И поэтому иногда вот на скорости как-то... Завораживает. Тоже отвлекает ужасно. Хочется, чтобы все получилось, потому что действительно очень веселый, интересный танец. Действительно очень хочется, чтобы получились и все шаги, чтобы это нас так не сбило эмоционально, и просто его эмоционально исполнить. Потому что, считаю, такую музыку, если мы зарубим, это будет... Мы себе не простим.
На льду Ирина Лобачева и Владимир Шерельтов. Владимир сегодня в роли кота. Это песня кота из мультфильма «Голубой щенок». Ирину и Владимира готовил тоже Илья Авербух. Я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. Попадете вы в беду. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Обманул и был таков. Ни печали, ни забот, а знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Все выступление, весь номер отсмотрел с улыбкой. Такой артистичный, такой вот настоящий кот в исполнении Владимира Шевелькова. А уже Ирина ему подыгрывала, как умеет. А умеет она блестяще. Мне кажется, что паре особенно удаются сложные дорожки шагов. Их было три и абсолютно синхронно выполнены. Конечно, технические погрешности были. Но Володя не очень уверенно выглядит при выполнении поддержек. Но уже гораздо лучше. Я тебя сейчас дам. Давай, Витя, ничего, все, забирай. Нет. Всю музыку. Магнитофон забирай. Нет, давай. Я с рекламы забирай, лед забирай. Все забери здесь. Все, давай, бери, все. Катю забирай, Таню забирай, Албена, всех забывай. Все. Ставить в плане вот катания, в плане техническом стало намного легче. Потому что все-таки уровень растет, и уже какая-то база есть шагов и элементов. Мы учим новые шаги, новые элементы и пытаемся их вкатать в наиболее короткий период. Совсем короткий период. Ну вот посмотрим, получилось или нет. В этой передаче не будет ни депрессии, ни драм, ничего. То есть, я думаю, она будет именно вот развлекательная, все повеселятся, все получат удовольствие. Судьи, надеюсь, тоже не заснут. То есть, мне будет интересно посмотреть их и самому выступить. Для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Угу. Веселая история. Увидеть не хотите? На льду Татьяна Арнгольд и Максим Ставицкий! Татьяна и Максим – лидеры третьего этапа. У них были максимальные оценки. И поэтому ждем от них выступления на очень высоком уровне. Сегодняшний номер готовил Александр Жулин. А вам, уважаемые телезрители, хочу напомнить, что именно ваше голосование определит лучшего тренера нашего проекта. Мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поглуши. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бим-бам, и мы покой.
покойники, покойники, пип-пап, и вы покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы разбойники, 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 пип-пап. И мы покойники, 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 пип-пап. «Принцесса и разбойник» из мультфильма «Бременские музыканты» – одна из самых любимых мелодий, наверное, подрастающих поколений нашей страны, многих-многих подряд. Но очень задорный, энергичный и такой не злой, а веселый разбойник Максим, по-моему, очень волновалась перед началом выступления Татьяна. Ей не хватило улыбки. Улыбаться она начала только в конце. Но повод-то был. Они блестяще откатали, практически безошибочно. Да, да, зачем ты говоришь? Умничка. Конечно, а, да, сколько ты тебя не будут целовать. Ну почему? Не хочешь идти? Плойку зато как здорово сделала. Умничка. Ну только если вот минут шажочки, да, начнем? Конечно, все хорошо. Не страшно. Мы тебе с Мариной просто сделать, это все. Просто с Мариной делаю еще без проблем. Мне очень нравится песня, под которой мы танцуем. И, в принципе, выбор очень неожиданный для меня. А для тебя? Мне кажется, очень неожиданный, прекрасный выбор. Раз. Ой. Ну, поднимай. Да, хорошо. И это назад. Оп. Да. Ну, правда, держи плечи. Тимур абсолютно поменял образ. Теперь он не танцует сумасшедшее, он засыпает. Ну, нет. А, ну, глазки короче, закрывают. Да, прости, да. Мне кажется, к тебе уже приходит опыт, ощущение льда. Да, нет, это серьезно, потому что он уже скользит по льду хорошо, спокойно. Делает вращение, мы покажем вращение в этой программе. Делает твизлы, крюки, достаточно сложный элемент. Все действительно в кратчайшие сроки поставили, потому что вдохновились идеей. В принципе, она витала в воздухе, нам нужно было просто правильно ее оформить. И поэтому я очень надеюсь, что танец понравится нашим зрителям. На экране Александр Жулин, Албена Денкова и Тимур Родригес. А теперь пора прощаться. Правда, дядя Саша? Правда, Степашка. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, девочки и мальчики. В общем, очень неплохая идея, если программу «Спокойной ночи, малыши» будет вести Александр Жулин. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее. Глазки закрывай.
все люди ночью спать. Баю, баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, маски закрывай. Баю, трогательно и смешно одновременно. Ну, аплодирует Татьяна Анатольевна Тарасова, значит, и ей тоже понравилось. Значит, оценки будут достаточно высокие. А поддержку, которую Тимур Родригес выполнил, и которая как бы во сне происходила, но это лучшая поддержка этой пары за все время нашего проекта. Молодцы. Какую фантазию проявил Александр Жулин при постановке этого танца. Замечательные, обаятельные Степашка и Хрюша. Это шедевр. Спасибо, мой дорогой. Очень смешно. Очень смешно. Ну, спасибо! Вперед, ноги. Ножки вместе, но... Ой, Лешечка, пожалуйста. Ой, Леша, только я его маму, маму. И мы сейчас снова экспериментируем. Этого мы еще не делали. Это очень характерные роли. Смешные. Сложная что-то программа. Тошнит? Нравится вам фигурное гадание? Очень меня все время тошнит. Все время тошнит? Блин, 30 лет меня тошнит от этого. 30. Уже один почти что. Мы так искали новые элементы. Искали их, искали, нашли. Было страшно вначале. Сложно, потому что я начинаю под музыку заигрываться, и ноги тут же дают сбой. Потому что они разъезжаются куда-то, почему до сих пор. Надеемся, что мы дойдем до конца. Присядь. Вот, вот. Ну, поскольку за тот номер мы получили... Мы чуть не попали в номинацию. Я все-таки желаю нам не вылететь. Потому что у нас много планов. И хотелось бы еще что-нибудь сделать. Я даже об этом не думал. Как-то вот мне не приходило такое в голову. Ну, ты иногда думай. Ладно, я буду иногда думать. А теперь мы пошли работать. Счастливо. На льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. Катя и Саша готовились к сегодняшнему дню проекта под руководством Александра Жулина, но вот музыку они себе выбрали из мультфильма «Маша и Витя против диких гитар». Это называется «Песня Бабы-Яги».
Я лично так страшно нервничаю, потому что меньше времени у нас еще не было ни на одну программу. Все, не надо, руки твои свободны, Ален. Ты будешь там петь песни, не знаю что. А в конце бах, сложилось. Бам, умерла, да. Естественно, род чувствительный, ранимый и такой неподготовленный, что ли. Не очень подготовленный физически. Слабенький, да. Два, сняла, бам. Ну, Ален. Что ж такое-то? Ну, что ж такое-то, ёпрасы ты. Довернулась. Ха. Плохо. Ужасно. А что здесь? Чего? Все под музыку. Все забыла, да, уже? Все. Все под музыку все делать, все сразу. Почему сразу? Мы только что без музыки уже полчаса есть. Стараюсь по максимуму. Тебе, конечно, тяжело дается, но Алена мне тебе подсказывает. Да, да, я поддерживаю его морально, поэтому. У нас в этом смысле идиллия. Лед есть лед, он скользкий. Я так не подниму ее точно. Я думал, может быть, как-то еще корпус вот так приподнять. Ну, приподнять. Нормально. Опа! Околел. Возвращение к детству – это не маленькая радость, а большая радость всегда. Лично я, все равно все идет из детства. И я думаю, что к этому надо относиться, опять же, легко и с удовольствием. Не судите строго, просто получайте удовольствие. На льду Алена Бабенко и Роман Костомаров! Алена и Роман входят в число лидеров нашего проекта, и каждое новое их выступление поражает своим разнообразием, выбором героев, образами, которые они на льду отображают. Ну, посмотрим, как им зайчики удадутся. Вас мне надо. Вы съесть изволили мою морковь. Какой позор, рождает вор. Если не знать, что это шутка, в какой-то момент можно заразиться трагизмом.
Таня все забывает, я все время ей подсказываю. Ну, худо-бедно вроде научилась. Вадим не может выйти из образа, из роли, потому что он все время со мной соревнуется. Да. Он соревнуется со мной во всем. А больше не с кем. Я ему говорю, соревнуйся с противниками, я же твой друг. Он говорит, нет, я буду соревноваться с тобой. Только с тобой, только с тобой. Ну делай, Вадим. Да я не пойму, с какого места, солнышко. Ты сама решаешь, а мне не говоришь. Саша сейчас говорит, делайте это место, и мы будем дальше. Какое место? Скажите мне. Маухоки. Скажи, Тань, а зачем ты мне бесполезную работу заставляешь делать? Вот скажи. Вадим, пожалуйста. Спею я музыку, я не буду так приседать. Вадим, ну не спорь со мной делать. Я не буду делать. Пожалуйста, не разговаривай. Я не могу не разговаривать. Умоляю тебя. Я не могу не разговаривать, солнце. Я должен спрашивать, интересоваться и объяснять. Самое обидное, что вот это все зря. Она меня сейчас мучает. Но не слышит ни хрена. Вадим, хватит разговаривать. Давай, делай. Хочу и разговаривать. Что ты вообще, я не понимаю. Налево что ногу ты хватит ходить? Разговаривать? Хватит дышать еще, скажешь мне? Нет, дышать можешь. Разговаривать не надо. Хочу и разговариваю. Детский сад еще. Давай, на левую ногу садишься. Ты не разговаривай. Ну, спокойно. Что же за человек? Ты можешь делать без слов? Ты разговариваешь, лапочка, ты очень... Ты ошибаешься. Не можно, я женщина. А мужику много разговаривать нельзя. Давай. Ты не просто женщина. Да, уже как-то я подумал занять место Костомарова. Тяжело, конечно. Ну-ну. Ромка согласен, что ну-ну. Посмотрим. Да, тяжело. Я понятно, что я такие большие планки. Но мне нравится, что он хотя бы стремится. Я стремлюсь к этому, да. На льду Татьяна Навка и Вадим Колганов. Сейчас, давай, помедленнее. Вот они, денежки. Давай половину. Подожди, денежки счет любят. Сейчас рожу цеплюсь. У нас 5 золотых, так? Плакали наши денежки. Татьяна и Вадим по итогам третьего этапа также получили наивысший балл. Сейчас узнаваемые герои – Лиса Алиса и кот Базилио из кинофильма «Приключения Буратино». Номер ставил Александр Жулин. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо!